защищать человечество – это наш долг. Потому мы идем сегодня в бой. По зову долга. Альцгеймер, мои мозги вроде еще не захап. Ты, точно ты. Мать твою за ногу, да это будто... О, ну да. Наверное, если эти выродки вваливаются в мою лабораторию и похищают меня, то я работаю на них по своей воле. Не ожидал, что со времени нашей тебя сюда, и после нашего диалога, кто я в твоих глазах? Интересно, в чем ты измеряешь мое достоинство? И согласились бы с тобой мои отцы и матери, таким ли они представляли мое будущее? Но это все тема для другого разговора. Рубеж одержал победу над силами спецназа Ниизивкас. Предатель Беринг разоблачен и уничтожен. А восстановление отношений между рубежом и военными теперь лишь вопрос времени. Хозяин зоны. Удивительный бронекостюм, созданный Ниизивкас на основе наработок, найденных в кузне 11, оказался уничтожен. Вместе с бронекостюмом погибли и надежды на то, что его можно будет использовать для путешествия в Припять через заслоны аномалий. Пока никто не знает, удастся ли с толком использовать то немногое, что осталось от хозяина зоны. Как никто не знает и о таинственной Нине и ее планах. Как далеко продвинется ее обучение, к чему приведет ее взаимодействие с ноосферой. Обернется ли ее работа для обитателей зоны добром или худом? Этими вопросами ты задаешься, вглядываясь в линию горизонта.